Первый вопрос, с каким настроением сегодня выходили на поле, вся команда, лично ты? Ну, вся команда выходила с отличным настроением, хотели доказать, что это не просто так было, что мы прошли три тура. И как постарались для тренера сделать подарок, у меня там горе такое было, вот, как, все выложиться по полной. Ты сегодня забил вот победный гол, самый важный, не так часто забиваешь. Как получилось это? Что за комбинация была, как ты сыграл? Комбинация угловая была, опередил защитника, чиркнул, и он тоже в своей голове чиркнул, и залетел мяч в ворота. Все удачно сложилось. Это гол как бы всей команды, не мой только лично. Вот самые первые чувства после этого забитого мяча – победа или нет еще? Да нет, какая победа, еще было играть, еще много надо было терпеть. Команда же серьезная, первая лига приехала. Все как тяжело было. У нас еще народу как бы мало не хватает. И как бы постарались, выложились, ну и все удачно сложилось, выиграли. При счете 1-0, вот видел, что выиграете, доведете до победы сегодня матч? Ну да, где-то уже на минуте 90-й. Думал, что должны выиграть. Как думаешь, за счет чего выиграли? Ну, за счет духа, за счет настроя, за счет коллектива нашего. За то, что мы сплочены так, как бы. Я думаю, победа была нашей стороне. Последний вопрос. В пятницу жеребьевка будет. А ваш соперник определится, с кем бы хотел сыграть? ЦСКА, Динамо, с Краснодаром, Зенитом? Да, мне, честно, без разницы. Любая команда премьер-лиги – это как бы вообще подарок городу и нашей команде. Хочется попробовать свои силы. А там посмотрим. Ну, кому Динамо, кому Зенит, кому еще кайф. Вот Динамо хочет, вот Зенит. Ты сам лично за кого болеешь? Я за Спартак болею. Ну, хочу, чтобы Динамо приехало, если честно.